Всем привет, это Emphasis и Андрей из Colors, и с вами разборка треков подписчиков, демок подписчиков, то есть вас. Правила быстренько напомню, у вас есть неделя для того, чтобы присылать свои треки либо в телегу, мне напрямую, вот, типа, вы можете просто быть подписаны на наш телеграмный канал, да, то есть мне просто присылать напрямую в телегу свои треки. Либо в ВК, если вы пользуетесь ВКонтакте, вы можете найти наше сообщество ВКонтакте и там просто прислать свой трек. Все легко и просто, принимаются любые демки, любой степени доделанности, любых жанров. Вот. Потом рандомно скидываем барабан, ну крутим барабан, кто выпал, того и слушаем. Все просто. Можно закинуть донат, если хотите, можете поддержать наше комьюнити от 500 рублей и больше. И вашу демку можно послушать без очереди, да. Вот, ну ладно, не будем тянуть кота за хвост, погнали слушать демки, времени у нас мало, напомню, что всего лишь час, да, здорово всем, всем привет, кто подключается, так, давайте, крутируем. Номер один, так, это Артур Инч. Артур, ты тут? Артур. Правила остальные не поменялись. То есть все еще нужно быть на стриме обязательно, чтобы послушали. Как там Леха? Кто такой Леха? Не знаю никаких Лех. Ладно, по. А, тут. Окей. Успел залететь. Самое смешное, что ты второй раз выпал. Тоже и номер один. Победитель по жизни, Артур. Ладно, слушаем Inch, трек называется For You. Погнали. Барабан куплен. Полюбас. Коричневый хит. Жив. Потихонечку. Сейчас расскажу. Уже с работы ехать. Ща. Ну ладно, более-менее понятно. В принципе, хватит обсудить. Два слова скажу про все-таки проект «Коричневый кит». Проект «Коричневый кит» жив. Ладно, такой вот трек от Артура Инча. Даешь релиз на Emphasis. Уже обкашлен, силейте, уже обкашлен. Окей, что понравилось? Ну, естественно, вообще вокал и общий вайб, мое почтение. Прям очень хорошо, прям все приятненько, стильненько, комфортненько. Ну, прям, короче, шикарно. Никаких
там саксофонов, каких-то дудок, то есть, ну, типа звуки подобранные отлично. Вот в этот раз мне прям, Артур, все очень понравилось в плане подборки звуков, то есть вот этот син даже типа кайфовый. Вот, единственное, что он такой какой-то редкий, вот этот. Типа он как-то резко уходит, он поиграл чуть-чуть и как-то ушел, да, то есть хотелось бы, чтобы ему какой-то ответ там был. Но в целом, Найсевич, что не понравилось? Мне понравился странный бас. Вот с басом я вообще не понял прикола, то есть он у тебя, смотри, вот, то вообще его нету, то есть местами там как будто он полностью пропадает. Сейчас я, наверное, покажу вот это. Вот, вообще нету. Типа идет целый кусок, где баса вообще нету. Вот. Раз и нету. А потом опять появляется. Причем появляется довольно жирный. Ну, то есть он прям явно неплохо так валит. Я бы даже сказал, что чересчур много даже валит местами сабик, да. Вот, но почему то есть, то нету, вот это, короче, странно. То есть вот это, наверное, самый главный косяк, который я пока тут увидел в этом треке твоем. Ну, да, про то, что слишком много саба для такой громкости, это я уже сказал. То есть тут явно надо потише делать его и как-то подсобраннее, короче. То есть, потому что все остальное очень много громкости ты забираешь. То есть, ну, как бы у трека очень тихая громкость на самом деле. И она вся вот в этом сабе. Барабаны задушенные. Ну, короче, пока вот именно для такого финального звучание, да, то есть трек, ну, не очень сделан, но как бы не очень, а такие детали, которые на мастеринге, по сути, можно поправить, вот, но все остальное в целом нормас, звучит качественно, вполне приятненько, ну, по этому синту я уже сказал, да, то есть, ну, и с бас главное поправь, все остальное хрен с ним, вот, но я бы еще сделал, на самом деле, вот в яме какой-то по такой, ну, более явный, что ли, хай-хетик, да, то есть, ну, у тебя хоть и есть хай-хет, но он такой очень, ну, типа, ненавязчивый, может быть, его будет тяжеловато сводить. Хотя, блин, надо привыкнуть, что уже все на синке сводят, и вообще пофиг, на самом деле. Вот, на 80 конфликт, ну, не знаю, для меня это выглядит не как конфликт, а как просто какой-то... Я не знаю даже, что это. Просто нету саба почему-то. Не знаю, забыл ноту саба, что ли. Ну, типа, если бы это был конфликт, я бы видел конфликт. Тем более, на 80 вообще ничего нет. На 80 у тебя только вот этот... Точнее, это вообще кик или что это? Не, кик, кажись, пониже. Короче, непонятно. Надо смотреть... Пока, ну, единственное, что можно сказать, что так нельзя. Не годится. Вот, а все остальное, Найсевич. Ладно, Артур, респект, спасибо, что залетел. Давай, удачно тебе там наработку съездить. Треки крутые пишешь. И да, скоро вы услышите релиз Артура на Emphasis Music, конечно же. Так, давайте погоним дальше. Как-то у нас сегодня по краям бахнуло, да, то есть что первый, что десятый. Так, это Касатик, Дима, ты тут? Кстати, пока Дима, да, там приходит, что ж, прорекламирую свой релиз, который вышел на нашем лейбле Emphasis Music. Вот мой трек Harmony и ремикс от Романа Ронаута, вот, вышел буквально в прошлую пятницу, но если вы не слышали, то идите слушайте, прикольный джанглец. 160 BPM, Роман еще больше, по-моему, замедлил его и сделал такой 4x4, типа хаусочек, хардкор. Короче, слушайте, надеюсь, вам понравится. Там сэмпл из мемасного видео «Идущий к реке», типа вот этот, преисполнился своим познанием, вот это все, короче. И плюс я еще к тому же выложил видос, как он был сделан. То есть это был трек, сделан в апреле 22 года, то есть буквально через 2 месяца после начала, сами знаете, каких событий, поэтому настроение у меня здесь, блядь, ниже плинтуса, ну и типа все это
в этот трек как-то вылилось. Ну, короче, можете посмотреть, как я его сделал. То есть это из нарезка из марафона 8-часового буквально, как я там его сидел писал. Ну, получилось прикольно, не знаю. Многим понравился трек, мне тоже он нравится, так что он вышел, теперь можно слушать, ну и смотреть, как он был сделан, если... если да, если кто-то, кому-то это интересно. Да, Дима на месте, все, слушаем касатика Random Motion. Random Movement. Полные 8 часов тоже есть. Есть, есть. Если осилишь, сейчас покажу, короче. Ладненько, ладненько. Окей. Сейчас давай я сначала по треку скажу, потом интакто на твой вопрос отвечу по поводу 8-часового оригинала. Есть он, есть. Короче, чё по треку Димы, да? Ну, слушай, вайб вообще прям кайфовый. Вот, не знаю, ты назвал трек Random Motion. Мне он дико напомнил музыку вот этих, от чувака, точнее, который зовут Random Movement. Вот. Ну, я думаю, ты знаешь такого ликвидового продюсера, то есть у него что-то, по-моему, похожий по стильку, да, то есть какой-то такой получился, не знаю, может, ты им вдохновлялся, может быть, просто совпадение, вот, очень такой приятный, позитивный, лайтовый трючок, кайфовая пианино, кайфовые барабаны, даже вокальчик этот, в принципе, бурундучий, ну, такой повышенный, да, то есть по пичу, вроде найс. Единственное, что, ну, я не знаю, не то чтобы, конечно, это минус прям какой-то, да, то есть такой, ну, потому что трек явно для домашнего прослушивания, но это бас. Тут, видимо, ты пытался, типа, я даже не знаю, ну, типа, зачитерить, что ли, так, да, то есть потому что у тебя бас на ноте до, получается, и ты почему-то решил сделать такой... двойной бас, у него есть одна частота на доте первой октавы, да, ну или там нулевой октавы, и такая же частота ровно на октаву выше. То есть получается, что это, ну как бы, блин, ни туда, ни сюда, короче, бас, потому что октава ниже — это диапазон, который слишком низкий для баса, а октава выше — это диапазон, который слишком высокий для баса. И вот диапазон ровно, который как бы хороший для баса, да, вот который у нас остался от прошлого трека, вот этот вот оранжевенькая картинка, он вообще пустой. То есть в итоге получается, что саба как бы нету. То есть, ну вот просто тут как бы пустота вообще. Поэтому
Ну, я бы тут на твоем месте делал бы как? То есть, если, конечно, все, ну, там, не можешь ты поменять бас, то есть он должен вот таким остаться, вот эту частоту вообще можно удалять. То есть просто, ну, она вообще просто ничего не делает. Ну, 30 Гц, что они сделают? То есть их можно просто вот так вот убрать, и ты ничего не потеряешь. Вместо этого можно просто вот этот очень высокий бас немножко больше прокачать, какой-нибудь сатурации добавить, его просто погромче сделать. Кик немножко пожирнее сделать, чтобы он так стукал, короче, помассивнее чуть-чуть. Ну и для домашнего прослушивания сойдет. В клубе не будет это работать, конечно, то есть сабика вообще не будет никакого, но хотя бы для домашнего прослушивания будет. То есть это просто можешь удалить нафиг и качнуть кик и качнуть вот этот вот высокий саб на ноте до. Ну а на будущее так вот, если будешь просто трек писать, смотри... Ну, чтобы был саб где-то в диапазоне 40-50, хоть иногда. То есть, типа, если тональность там до минор, например, да, вот как у тебя похоже на нее, не знаю, конечно, 100%, но похоже. Ты можешь же просто... Андрей, спасибо большое, сейчас послушаем твой трек. Ты же можешь просто любую другую ноту взять для своего бейслайна. То есть, вот, например, в до миноре есть нота фа, есть нота до диез, которая более-менее подходит еще по диапазону. Вот, ну, а так что, все кайфово, очень, вот середина и верха вообще шикарно звучат, очень хорошо, вот, но низ не удался, низ не, вообще не, не особо удался. Ищу темплейты в аблике для обучения, а что за темплейты в аблике, Артем, что ты имеешь в виду под темплейтами, типа готовые, в смысле, треки для разбора? Ну, да много, на самом деле, выложено, мне кажется, проектов. Ну, чужие проекты разбирать — это супер неблагодарное занятие, честно тебе говорю, но они вообще есть, да, то есть если что, просто смотри по этому, по да, любым сервисам, где эти проекты выкладывают, ну, от покупки до скачки обыкновенной. Вот, короче, да, Дима, трек хороший, но с басом надо что-то решить, и вообще с нижним диапазоном, то есть пока не то, что надо. Вот. Ну ладно, респект в любом случае за тюн, круто, прям, ну, добренько так, светло и вообще рили, под гамаком, на, точнее на гамаке под пальмой валяться, действительно, как ты сказал, осталось только найти этот гамак. Окей, погнали дальше, давайте послушаем трек от Андрея. Андрей, спасибо большое еще раз за поддержку комьюнити, сейчас я скачаю твой тунец. Трек называется «Hard». Так, пацаны, господа, пожалуйста, подписывайте, если будет возможность, все-таки свои никнеймы, а то я вас потом хрен найду, кто это вообще скидывал. Так, ладно, все, слушаем трек от Андрея, называется трек «Hard». Суперсоник, кстати, рили чуть ли не лучший трек Скриликса, в принципе. Ну, по моему мнению.
Так, вот такой трек. Да я знаю, да, что Суперсоник коллаб, но все равно, если честно, что там от Noizy, я хз. Ну, это, ну, сильно как Noizy это и не звучит. Погнали дальше разбирать Андрей, трек Андрея. Дим, спасибо большое за донатик, респект, спасибо за поддержку. Вот, слушай, кайфово. Вот прям очень понравились вот эти всякие кучи басов. Короче, прям вот дух, аутентичность, все на месте. Как вот бростеп должен быть. Все понравилось в плане идеи. Кроме нескольких моментов. Нескольких моментов. Во-первых, ну, по моему личному мнению, ты барабаны не доломал. То есть, как бы у тебя бас довольно ломанный, да, получился. То есть это вроде прикольно. Типа много всего происходит, но барабаны просто на одной волне идут. То есть вообще никаких ни филов, ничего. То есть просто идут и идут. То есть даже никакого там. Ну, может быть, филы есть, но они, короче, очень такие. Номинальные, то есть не ощущаются именно как вот филы для переходов, да. Какой-то смена ритма может быть, то есть просто паузы, ну почти ничего нет, просто вот типа идет бит и сверху бас, очень разнообразный, но блин, барабаны как-то этому вообще никак не подстраиваются, вот, и ну как бы пауз все-таки мало, то есть мне лично всегда казалось, что вот в такой музыке надо, чтобы были паузы, потому что паузы, они нагнетают вот динамику, да, то есть слушателям хочется больше, короче, чтобы начал, ну, типа, им кажется, что долбит еще больше. Вот, а тут как-то вот слишком ровно получилось, вот дроп просто шел, ну, пошел, шел-шел и пришел в яму. То есть все очень ровно, очень плавно, я не уверен, что в дабстепе это прям котируется. То есть я бы поставлял сюда всяких там барабанчиков, там пауз, ну, чем такое, да. Вот, второй момент, это какие-то супер странные верха, потому что, блин, а что это такое? Ну, типа, я понимаю, что, конечно, это MP3-шка, да, то есть, ну, MP3-шка более-менее качественная, ну, для меня выглядит как 320. Но почему верха так вырезаны прям грубо? Типа, вот 14,5, да, то есть, просто тупо все отрезано. Я, конечно, не утверждаю, но, может быть, действительно MP3-шка просто такого херового качества. Тут, да, тут и не написано, в принципе, ничего. Вот. Но, блин, я не знаю, так быть не должно. Даже у 128 MP3, то есть нету такой вот обрезки. Мне кажется, что как-то специально, что ли, обрезал. Так не надо, короче, делать. Вот. Ну и транзиентов из-за этого барабанов очень мало получилось. Не знаю, так хотел, как бы, или нет, но панча, как бы, ну, не очень присутствует. Вот. Но, как бы, все равно ругать не за что. Все валит. А, ну вот еще есть, конечно, момент. Это конфликт баса, да, то есть с киком. То есть, судя по всему, тут сап очень тихий, и местами он прорывается вместе с киком. То есть, вот, ну, типа, сабить я не уверен, что будет прям супер качественно. Скорее всего, будет такой, ну, какой-то кэшеобразный немножко саб. Вот. Но это как бы дело поправимое. Больше сайдчейна какого-нибудь, да, то есть, или, ну, максимум можно кик запичить повыше, и будет уже неплохо. Ну, и саб надо прокачать. То есть, как бы, саб в таком дабстеп это ж обязательное условие, чтобы он прямо валил перманентно. Вот. Вокал, кстати, мне понравился. Кайфовый. Еще раз. На мастере случайно вырезал. Ну вот это да, это, короче, это косяк просто большой. Случайно не вырезай так. Дима, здорово. Не, вокал кайф. Кайф. Второй дроп, почему? Короче, кайф. Надо с низом решить конфликт. Надо добавить, вернуть обратно вверх и чуть-чуть качнуть барабаны по транзиентам. Да, то есть какой-нибудь транзиент шейпер на них налепи, например. Ну и по идее, чуть больше филов и приколов всяких вот с паузами, с какими-то там сменой ритма небольшими. То есть, ну, надо, чтобы спотыкался иногда, короче, твой грувец и освежал, скажем так, восприятие слушателя. Вот, а так все найс, все кайфово сделано, как бы общая идея, концепт, база на месте, все найс.
Ладно, давайте дальше погоним. Так, где у меня тут фонд? Вот. Не, если в принципе лишнего не базарить, то за час можно нормально треков успевать разобрать. Так что не надо. Все вполне эффективно. Так, номер 4. Это Алекс Р. Тендер. По-моему, он был тут. По-моему, он был тут. Ладно, слушаем. Алекс Тендер. Чайник на плите называется. Original Bun Boy Zone. Так, ну вот такой тюн от Алекса Тендера, «Чайник на плите». Блин, в какой-то момент я вообще потерял нить, типа, чё там, как, о чём текст, блин? Что-то вроде сидел, слушал, понимал слова, а потом в какой-то момент просто как отрубил, вообще не перестал понимать, как будто Пашу Техника, блин, слушаешь, типа, вроде слова говорит, но смысл вообще не поймёшь. Вот, слушай, ну... Если так вот абстрагироваться пока, да, то есть от качества, то вообще тема прикольная. Как бы такой пацанский драм-н-бейс, да, то есть такой типа зумерская ля Паша Техника варили какой-то, то есть странный на своей волне. Ну, как бы слушатель есть у такого, особенно вот в СНГ-шных регионах, то есть, ну, как бы слушают. Ну, я не могу ничего сказать, естественно, это не английские, да, там, гопники будут слушать, то есть это будут обыкновенные слушать наши, вот. Так что, ну, по стильку все найс. «Чайник на плите», драм-н-бейс, простецкий, все нормально. По качеству странновато, потому что, ну, по большей части проблема в том, что бит и вокал, они, блин, постоянно борются, они не работают как один трек. Такое ощущение, что, блин, трек сам, типа, пытается на себя все одеяло перетянуть, вокал еле-еле что-то там пытается тоже изображать. То есть они прям, ну, очень в каком-то то ли конфликте, то ли хрен знает что, может, баланс просто неправильный. Вот, то есть, ну, и уже молчу про то, что действительно, то есть вот этот бас, как кто-то в чате написал, он слишком широкий. Вот, то есть тут надо пересводить, очевидно пересводить, и такие треки, наверное, они должны быть делаться, ну, примерно как, типа, а-ля такой, по принципу хип-хопа, да, то есть когда, ну, бит это минус, то есть как бы вокал, это как бы основная часть трека, да, то есть он должен самый главный быть, самый там яркий, самый читаемый, а бит, это типа, ну так, можно его сделать потише, поглуше, то есть он, чтобы сильно не отсвечивал, просто чтобы держал, получается, эту
ну, как бы на себе все, всю ритмику. Вот. Я бы так это сделал, например. То есть, чтобы именно вокал хорошо прослушивался, был четким, чтобы слова можно было, блядь, хотя бы понять, потому что я не могу этого сделать. Вот. А так, что, прикольно вроде. Все найс. Простовато, конечно. То есть, после вот этого, наверное, первой минуты, я говорю, просто трек начался сливаться в какую-то единую какую-то кашу, то есть что-то вроде играет, но вообще уже я ничего не могу разобрать. Ритм одинаковый, голос одинаковый, все, блядь, одинаковое, то есть, ну, тут можно было спокойно сделать, например, паузу, или просто запустить пустой бит, или просто, я не знаю, что-нибудь, короче, поменять. Ну, слишком монотонно получилось. Вот. А так что, ну, прикольно, не знаю, такой рили пацанский драндубас. Надевай свой Adidas, слушай пацанский драндубас. Вокал показался широко и далеко. Да, еще раз послушаем. Сейчас, подожди. Вот если я вот так вот чисто включу, только стерео, например. Вот это то, что в стерео играет. Как слышно, вокала в стерео не очень много. В стерео только этот бас. И хай-хеты от барабана, да? Вот в моно все становится сбалансировано. Вот так он примерно и должен звучать на самом деле, именно по балансу, да, то есть вот как в моно он звучит. Короче, видимо, не знаю, может, Алекс писал под моно звучание, ну как бы все правильно, это под телефончики пацанские, там Nokia, и под эти, под кого там, радио, ладно, шутка, конечно. Вот, короче, надо немножко подсвести, и будет, ну, и как-то это все разнообразить, то есть хотя бы хоть какими-то переходами, вот, и будет nice tune, так что респект, давай. Пиши еще, ждем возвращения пиратской станции, всех этих старых треков а-ля гопница и все такое, мемный, на картах танцевать. Ну да, но этот мемный, но он такой вот, ну, типа не всрато мемный какой-то, то есть просто на своей волне, короче. То есть есть мемасные треки, но они какие-то, блин, ну типа их слушать даже один больше одного раза не хочется. То есть вот этот я бы вполне спокойно послушал бы и два, и больше, может быть, раз. То есть если бы он был поприкольнее немножко сделан. Короче, респект. Давай, шли еще обязательно треков, буду рад слышать. MC Вспышкин, ну типа того, да. MC Вспышкин. Номер 8. Так, это Домиторий Тарнофу. Он был тут, поэтому слушаем его. Трек называется Rainy Day in My City. А какой твой сити? Ну ладно, погнали. Шишки падают в лесу. Я иду на колбасу. Ну, что там, как оно было? Валидол лежит в лукошке. Колеса не удалил. Почему не удалил? Не знаю, забыл, наверное. Я спать. Надо запускать стрим, но с такой музыкой, честно, чтобы спать. Что случилось? -то?
смены на заводе. Да уж. Сейчас мотану чутка. Короче, understandable. Блин. Так? Так все шикарно начиналось. Вот прям... идеально начиналось, вот охеренно начиналось, вот этот биточек, этот действительно дождливый такой сэмплик, вот, вот все охуенно, вот все очень круто, пока не начали идти вот эти комплюхтерные, абсолютно ненатуральные какие-то хай-хеты, этот снейр, который не начал, ну, вообще не в тему накладываться, то есть просто весь стиль... он улетел в форточку нахер сразу. Вот это вот стильно, вот это круто. Вот, вот это офигенно часть. А это плохо. Ну, типа, может и неплохо, конечно, но это просто уже стиль убивает этого трека полностью. Дальше хор, который начинает орать тоже вообще. Ну, то есть, как будто начал прям, ну, на кайфариках, да, то есть, и потом такой, блин, а что еще надо еще что-то добавить, типа, трек пустой получается, и начал добавлять просто от балды что-то, ну, вот у меня такое впечатление создалось, не понравилось дальше, то есть, ну, просто на фоне того, что сначала было очень круто, вот, и конец, кстати, тоже хороший, то есть, вот эти всякие приколы с пианинкой дополнительные. Зачем надо было добавлять вот эти новые барабаны? Зачем вот этот орущий хор? Ну, я, если честно, не вкурил. Но я поставил бы паузу себе там какую-нибудь, просто шум дождя бы запустил там с, не знаю, этим сэмплом с какого-нибудь джаз-клуба там разговорами. Типа просто они там что-то сидят там, перетирают. Да и все, и погнал бы дальше. Как бы от этих барабанов не устаешь, или вот в начале которые. То есть они ж... кайфово. Во. Прям идеально работают. Зачем надо было их мешать с вот этими какими-то странными ваншотами синтетическими? Короче, я не понял. Вот. То есть, потенциально трек очень крутой. Такой, ну, как я это называю, лифтовый. Лифтовая музыка, да, то есть лифтовый джаз. Ну, чтобы под такую только в лифте ездить. Вот. Но... лично по моему мнению, ты испортил дополнительными элементами. То есть попроще было бы, да и все. То есть, ну, разнообразить тут особо не надо было. То есть тебе нужно разнообразить, ну, не новыми звуками, а просто, ну, там, типа, партия пианинки, раз там что-нибудь, вот как здесь, да, в конце там переигралось чутка, или барабаны, например, там прекратился снейр играть или кик играть. Короче... меньше звуков — это не всегда плохо, это вполне nice. Вот. Короче, все равно респект. Трек крайне приятный, человый, рили. Как будто выбираем завод. Кто на заводе работает, пацаны, если вы работаете под такой музон, вам, конечно, респект мировой. Снимаю шляпу, которой нету сейчас. То есть куча волос, которые отросли. Хорошо, что вы меня видите вот так вот в наушниках, и я постоянно, ну, похож на человека хотя бы. На самом деле, блин, я лесник уже просто жесть. Ну, собственно говоря, в этом видосике про Harmony там есть мой натуральный вид. Если кому-то это интересно. Ладно, короче, респект Домитори. Дима, nice tune, nice. Ну, не надо больше звуков, не надо. Попроще. Будь проще, как говорят, и люди потянутся, you know. Я как раз на середине с той части убил 70% своего времени, ибо хотел так эмоции передать, ну, и атмосферу. Середине с той, какую вот? В смысле, по аранжировке середине с той?
Антон, здорово, привет. Нет, можешь оставить все как есть, только вот эти лишние хай-хеты и лишний лейренный снейр лучше я бы убрал. Ну, либо их надо прям совсем как-то так переделать, чтобы они не портили органичность барабанов, да, то есть драм-лупа, который играет сверху, пока они портят, то есть в этом главный косяк. Гитара, да, окей. Пусть будет гитара. Только она тут еще громковата, наверное, чутка. Вот этот хай-хет особенно лажовый. У него типа нету вообще никакого velocity, то есть он просто одинаково играет и все. То есть, ну, это сразу убивает всю магию. Вот, ну ладно, в любом случае трек, да, хороший, надеюсь, что ты что-нибудь там посмотришь, ну, опять же, как бы, я ж не настаиваю на своих там советах, то есть мои советы, это так, чисто мое мнение, скажу, открою страшную тайну, я, мое мнение, оно даже мне иногда, ну, типа, плохо делаю, это и ошибочное, но поэтому, ну, я могу, естественно, ошибаться, то есть если ты попробуешь, и лучше не станет, ну, не вини меня, короче, я делаю, что могу. Вот. Ну ладно, такой вот, короче, вывод по треку Димы. Rainy Day, Days in My City. Давайте послушаем еще трешков, у нас есть еще время. Clap Central брать. Сейчас, погоди, номер 9, это Руслан Мустафин. По-моему, был тут, Руслан Channel, который написал, что он стал теперь разработчиком КВР форума, прикольно. Ударку, чё, какую ударку в дропе пустить? То есть, если ты, ну, вот про вот эту ударку, ну, её и так и надо оставлять. Ну, да, я бы, может быть, протянул просто какое-то ещё большее время без ударки. То есть, получается, у тебя сколько там... где-то секунд 15, да, то есть она начинается, можно вполне было протянуть еще секунд 30, и потом ее начать, ну да, и как бы просто не добавлять лажовые звуки, то есть не портить. Добавлять звуки можно, конечно же, да, то есть, но просто не портить вайб, вот в этом как бы самая суть, а эту вырезать. То есть тебе вот эта ударка не нравится? Та, которая мне понравилась, она тебе не нравится, тебе нравится вот эта вторая, которая ваншоты. Не знаю, не, если честно, я не могу согласиться, мне вообще никак это не нравится, то есть мне нравится вот эта ударка, а вот эта не нравится, абсолютно. Я бы вырезал вторую, вообще ее бы дропнул. Ладно, давайте послушаем тогда Руслана. Трек называется Spring Wind. We'll be right back.
Присылайте по себе. Сейчас послушаем. Так, ну ладно, вот такой вот трек от Руслана. Ну слушай, лучше, чем был прошлый. Вот, это точно можно сказать. Я помню трек, который Руслан присылал уже на какую-то разборок свой трачок. Тут был прям что-то совсем такой слабенький-слабенький. Тут уже что-то есть. То есть даже можно, в принципе, если выпить пару литров пива, Андрея, то я бы сказал, что даже вот неплохо, неплохо. Вот, ну ладно, на самом деле очень странные есть моменты, почти чиптюн. Кстати, дрили чем-то похожи на чиптюн, только без звука чиптюна. Почему выходит вот так вот очень плавно по громкости трек? Вот этого я вообще не понял, это просто какой-то совсем новизна, то есть я даже такого ни у кого не видел, чтобы так было. Вот. Во-вторых, это, конечно, ну, супер странный баланс. Типа у тебя почему-то, блин, хай-хет орёт, мелодия орёт, все остальное наоборот громко, вот, тихо играет, точнее. Вот. Гитара какая-то. Слушай, ну тяжело, если честно, обсуждать. Я пока просто вообще не понимаю, вот куда ты именно стремишься, да, то есть какую музыку ты хочешь писать. Ну, я не могу уловить как бы твой стиль, то есть тут просто какие-то рандомные мелодии, да, то есть, ну, не знаю, короче. В общем, пиши еще, все нормально, все там были, все начинали, да, то есть главное просто пиши музон и анализируй музон, который тебе нравится. То есть, типа, вот самый простой вариант. Берешь трек, который тебе нравится, любой, анализируешь, копируешь своими звуками, вот получается твой трек. Пока не научишься вот делать именно правильную аранжировку, правильные элементы, пока все довольно криво. Хотя по элементам какой-то потенциал имеется определенно. Вот. Любую мне просто нравится. Слушай, ну, как бы, если по кайфу пишешь, то, как бы, я тогда ничего не могу сказать, потому что, видишь, ну, мы тут многие сидим не просто по кайфу музыку писать, вот, как бы любые, ну, типа, вот представь, что ты тратишь, там, годы своей жизни, буквально, часы своей жизни, там, чтобы писать музон, и многие хотят от нее отдачи. То есть, чем плохо музыку писать по кайфу для себя? Потому что это никак не мотивирует тебя ее улучшать. То есть, ну, грубо говоря, вот, например, кто-то хочет, то там Данил Силейти, например, хочет попасть на лейбл крутой, да, какой-нибудь, как Алексу Перезу. Если он будет писать такое, его никак в жизни на это не возьмут, хотя ему, например, будет по кайфу это делать, да, то есть его задача, типа, улучшать свой скилл. Поэтому мы тут пытаемся, типа, ну, что-то добиваться, вот. Естественно, если просто по кайфу, это отменяет любые претензии, то есть, ну, и как бы, если пишешь для себя или, там, для друзей, как называется, в стол, то, ну, тут, что бы ты ни сделал, это будет всегда годно, потому что, ну, главное, чтобы тебе нравилось. Но, как бы, конкурировать с этим невозможно, конечно. Крутани барабан, ну, смешно, если после доната я выпаду. Ну, давай, а что тогда получается, тебя и не успеем разобрать, да? Ну, давай, крутанем. Посмотрим, победитель ты по жизни. Не победитель. Ладно, послушаем Бэра сейчас. Бэр, ты тут? Да, Вимов, не могу это прочитать, да, называется Knock from the Darkness, постучали из тьмы, я пошутил, да послушаем тебя, не ссы, послушаем, но сначала Бэра послушаем, сам попросил. Поздно, Данил, поздно.
лицо со шрамом, ну, точняк. Это было внезапно. Так, ну, такой вот трек от Уима. Ну, чё сказать. В принципе, я даже не знаю. Это какой-то такой рили викингский мотив. ХЗ меня почему-то напомнил. Почему-то какой-то такой рили, как будто из Assassin's Creed Вальхалы трек. По идее, у меня нет вопросов, окей, переход, ну, кому-то показался рисковатым, мне в целом норм, хотя, действительно, может быть, его можно было бы как-то изгладить, ну, типа, какой-то ему поприкольнее сделать затравочку такую. У меня больше всего вопросов вызывают инструменты, которые ты используешь. То есть до этого ты скидывал демки, где тебе рили, ну, удавалось меня, скажем так, обмануть, и я, ну, мне казалось, что я слышу реальную настоящую гитару, да, то есть настоящие инструменты и остальные. Но вот здесь какой-то вообще абсолютно не, ну, дешевый звук, то есть всех вот этих инструментов, то есть от труб до барабанов вот прям все звучит максимально дешево. То есть я не знаю, почему так, то есть может ты там библиотеки сменил, может быть как-то забил на их обработку, вот, ну прям... Очень-очень такой звук какой-то дешманский-дешманский. То есть вроде как и старался, видно, что писал, ну, там, музон, да, то есть прорабатывал, но звук вообще такой прям, ну, рили пластик какой-то. Прям вот неприятно слушать даже вот из-за этого. Причем все вообще, даже барабаны. Как барабаны можно было умудриться сделать такими, если честно, я хз. Вот. Но, как бы, все равно идея это понятна, то есть инструменты в таких оркестровках, их, ну, заменить несложно относительно, то есть это ж не электронная музыка, да, то есть тебе нужно прям просто тембр там тебе важен, здесь более-менее тембры понятны, то есть надо просто подобрать какие-то более прикольные самоиграйки, ну, либо как-то пообрабатывать, я уж не знаю, то есть я в таких вот, ну, таком музоне не сильно разбираюсь. Вот, просто по моим ощущениям это звучит, ну, почему-то дешево. Хотя в прошлые разы было гораздо лучше, хотя и было немножко перегружено. Может, обработка решала. Вот, ну, а так что, так вот прикольно. Такой прям музыка-музыка, вот. Pianotech 8. Ну, тут же не только пианино, тут в основном дудки. Не знаю, не понимаю. Вот так вот вроде слушаешь, вроде и нормально. Но вот общее ощущение, да, то есть какой-то вот, какой-то ненатуральность. ХЗ почему. Ладно, в любом случае респект, спасибо. Ты у нас такой единственный чувак, который пишет примерно такой музон, поэтому я всегда рад слышать новиночки от тебя. Вот, респект. Так, ну что, давайте послушаем тогда трек от Данила Силейти, Fusion. Погнали. Дабстеп.
мне. Драндубас. Зип драндубас. Да ну ладно, чё-то. А, по-другому чуть-чуть. Ну ладно, более-менее понятно. Короче, тут у нас личинка Алекса Переза, да? Данил Силейти, точнее, который хочет стать уже не Силейти, а как-то там... Бейонсе, как ты говорил, я ж забыл, короче, писал мне сегодня. Куда демку кинуть? Слушай, я вначале говорил, но вообще, как бы, кидай либо в телегу мне, то есть просто East Colors, вот, находи меня в телеге и там кидай, вот, ну, либо ВК, то есть там тоже сообщество наше есть. Короче, чё по треку? Nice, кайфово, ну, блин, really кайфово, у меня прям, не знаю, настроение улучшилось, когда твой трачок послушал, не то чтобы, конечно, предыдущие были плохие, но вот этот прям как-то меня так взбодрил. Хороший вайб, офигенный снейр, то есть снейр как будто прям своровал у Алекса Переза, просто из кармашка у него вытащил, по-моему, пока он там женился, Алекс Перез же женился, кто не знал. Вот, короче, кайфово. Немножко глуховато, да, то есть, но в целом все nice. По вайбу тоже нормас, давай послушаем, как ты говоришь, ну, хотел посмотреть, как в моно в стерео. Стерео слишком много дрона, то есть вот, вот этот шум в стерео херачит, причем всего остального маловато. Как бы... пойдет, но не идеально, но пойдет, да, в моно гораздо лучше звучит, чем в общем миксе. Да, вот этот шум дроновый убери нахрен, короче, либо сделай его совсем тихим и не таким широким, и трек получше будет звучать. Вот, ну и вот переходики тоже, то есть как-то маловато будет, то есть, короче, переход, где просто ничего нет, это не Алекс Переза уровень, то есть тут надо побольше чего-нибудь. Вот это что такое, что так мало? Хотя все еще лучше, чем ничего, да, вот, пока такое, ну я говорю, немножко... Уровень личинки Алекса Переза, но это уже неплохой как бы результат, неплохой уровень. Короче, пиши дальше, вот у тебя прям хорошо получается, жди пуха прям такая. Вот, ну и второй дроп, в принципе, тоже неплох. С этим, со сменой биточка, да. Немножко скучновато, но как бы в целом пойдет. Я бы, если честно, наверное, даже покороче сделал бы этот трек, то есть, может быть... Хватило бы и 3 минут, если честно. То есть, может быть, вот так вот, да, бы ему и все бы. 3 минуты, там, 3:20, все. И погнали дальше.
Вот. Чего тянуть лишний раз? Короче, хороший тюн, Данил. Давай пиши дипуху. Какой бумбэп, какой дабстеп? Пиши гребаный дип, у тебя отлично получается дип драм энд бейс. Вот. Мне, кстати, нравится этот переход. Там мне тоже. Ну, просто он такой. Типа, я убрал все, вставил один FX, вот мой переход. Я продюсер, мам, посмотрите. Посмотрите на меня, я продюсер. Вот, маловато будет. Вот. Ну, это так, если говорю, рассматривать тебя в качестве Алекса Переса 2. А вот, если просто, да, типа, ну да, неплохо, похвалю. Вот, хочется лучше, хочется больше. Ладно, короче, давайте на сегодня закругляться. Часочек мы посидели, трека все-таки послушали в итоге немало. Ну, я считаю, что вполне немало. 8 штук, аж, то есть это достаточно много. Напоминаю вам, что у нас есть наш чат, комьюнити, Emphasis Premium, Emphasis Hub, где эти демки можно прослушивать хоть каждый день. Кидайте свои демки по 20 штук, все их буду слушать не только я, еще куча других продюсеров. Вот. Подписка это стоит меньше одного доната. Данил, почему тебя нет? Ты мог вот сидеть в нашем чате и срать своими демками хоть, блин, целый месяц, собственно говоря, за эти 500 рублей эти несчастные. Поэтому все подписываемся сюда и идем демки скидывать свои и получать фидбэк не только от меня, от всех остальных продов. Я еще и кучу другой годноты, и созвоны с разбором проектов. Вот мы тут разбирали трек Бариала, точнее его ремикс на блок-пати старенький. Про маркетинг он там все Всеволод рассказывает, как он плюс 5 тысяч подписчиков в Яндекс.Музыке за неделю получил. А? Как вам? Как вам? Короче, вся годнота тут, заходите, подписывайтесь. Вот. Ну, не забывайте, конечно, наш ютубчик, ютубный канал тоже подписываться, ставить лайки этому видео и всем остальным. Обязательно прожимайте, господа. Очень важно, очень полезно. Еще раз вас прошу. Если вам хоть немножечко нравится контент, который вы смотрите, нажмите на лайк. На лайк нажми. Вот. Ну, а так, что, всем респект. Спасибо. Увидимся скоро, на неделе. Давайте музыку пишите, присылайте треки. Пока. Увидимся.